В моих руках открытка-раскраска к песне сказочника «Раскраска». Я сейчас встретилась с ней вместе с самой песней. И благодаря вот этой открытке многое мне в этой песне стало открываться по-новому, именно сегодня. Сама песня, весь ее сюжет, интонации, музыка для меня воплощение приглашения в сказку, которое делает сказочник делиться щедро своими знаниями, какими чувствами можно воплощать сказку, приближать ее, какими мыслями, какими мечтами, какими делами, в каком состоянии. И сейчас, когда в руках вот эта открытка, понимая, что это приглашение в сказку, становится очень конкретным. Вот сегодня песня приглашает меня в морскую сказку. Причем это приглашение открыть ее, уже знакомую, такую любимую, по-новому. Открыть в ней, открывать в ней новые, поистине звездные выси и звездные глубины. Открывать новые качества, которыми наполнена сама сказка. Увидеть в ней вот это высокое. Обновить это понимание.